Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Герман. Привет, еще раз. Тебе понравилось? Зайди в игру на следующий день. Окей. Сегодня мы продолжаем играть в Roblox, а именно в известную хоррор-игру под названием Doors. Я в эту игру уже играл, но не играл на видео. Так что давайте я вам расскажу одну историю. Однажды безмозглый пацан зашел в лифт, где его поджидали разные монстры. Но если серьезно, мы сейчас будем играть. Вы можете зайти на мой канал, на мою телегу, которая будет в описании, и на моего друга тоже подписаться. Ссылка будет в описании. Вот мы сейчас. Играем. Ну, пока мы едем, и вот еще когда на мой канал заходите, там есть новая вкладка «Сообщество». Вы можете туда зайти, проголосовать на каком-то голосовании. Там уже проходило несколько опросов. И уже опубликовано 2 поста, так что заходите. Я только начал игру, мне уже страшно. Окей. Я уже в эту игру играл, но, по-моему, ни разу ее не проходил. Я всего 3-2 раза в нее играл. Но это игра с хорошими анимациями такими. Надо после себя все закрывать. Так, окей. Ну, мы вот в ключ взяли пару монеток. Теперь надо брать свои манатки и валить отсюда. Мне не очень нравятся такие комнаты. От слова совсем. Дождь на улице идет. А я в каком-то отеле. О, по-моему, я раньше эту картину не видел. Это шедевр. Подписан как Ragdolls. Интересно, интересно. Пока что свет не вырубается. Это хорошо. Этот шедевр подписан как «Усадьба». Этот шедевр подписан как «Суждение». Меня уже пугает картина. Меня ничего не пугает, как... Ребят, я на всякий случай просто. Не, мне уже крипово. То есть... А, по-моему, свет мигал. Не, вроде не мигал. Но мне очень страшно. Этот шедевр подписан как «Тайная пицца-вечеринка». «Тайная пицца-вечеринка».
Одинокий фонарь. То есть вы, кроме фонаря, больше там ничего не видите. Окей, допустим. Я боюсь, ребят. Я пока монеты собирать не буду. Свет, 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 свет. А, уже призраки просто ходят. С дороги, я иду. Держите атаку Раши. Ема, свет выключился. А можно свет включить? Я не хочу в темноте ходить. Зажигалка. Чем мне помочь зажигалка? Я не понимаю. А, наверное, мне поможет в таких темных коридорах. Допустим. Я боюсь. Очень сильно. Я дверь закрою. Блин, ее нельзя закрыть. Я боюсь. Я играю всего почти 10 минут, уже боюсь. Пока ничего такого страшного не случилось. Я надеюсь, тут никого не будет. Я боюсь, ребят. Причем очень сильно. Там этот тупой засел. Я не хочу к нему идти. Короче, закрывай глаза. Как пройти? Фух, ребят. Уберите ее от меня! О, там пластырь, пластырь. Я уже его использовал. Возможно, мы всю игру не доиграем. Но я очень боюсь, ребят. Прям очень. Там дверь закрыта. И... Ай-яй-яй-яй! Опять этот призрак топчет. Сильно боюсь. Нет, только не это. Только не эта фигня.
Отвечай! Я боюсь. Ура! Эта картина называется «Мунатан». А это белый заяц и снежная буря. Не, прикольно, кстати. Белый заяц и снежная буря. Ну, блин, я не хочу в темноте идти. Ай! Опять эта фигня. Я умер. Тебя убил Скрич. Он часто обитает в темных комнатах. Если ты подозреваешь, что он рядом, найди его и смотри прямо на него. Я достиг 21 двери. Окей. Ребята, я сейчас сильно боюсь, поэтому скажем, что это я буду потом допроходить еще Дорс. Я просто очень сильно боюсь. На телефоне не очень удобно. Скоро я буду, наверное, на компьютер записывать, хотя это маловероятно. Поэтому сейчас мы пока закончим играть в Doors, но мы потом еще во что-нибудь другое поиграем. Поэтому сейчас включусь. Сейчас я буду играть в очень залипательную для меня штучку. Это Venom Simulator. Ну, знаете, есть такие супергерои, симулятор, там Человек-паук. Ну, это все в стиле Роблокса, ну и других игр тоже. Сейчас я нашел игру симулятор Венома. И он максимально крутой, прям не могу. Тут есть церковь, в которой была колокольня. Вы помните в третьей части Человек-паук, который играл актер Тоби Магуайр, он там колокол сбрасывал. Вот это как раз та церковь. Тут есть также город Нью-Йорк. И я могу офигенно качаться на качелях, на паутине. Это максимально круто. Это сделали тут, ну, так же, как в Человек-паук на PlayStation. Это супер круто. То есть это мой любимый полет. И в Роблоксе, и везде. Кстати, тут появилось небольшое обновление. Вместо летнего биома тут все побелело. Ну, Новый год как-никак. Уже скоро. Но поздравлять я вас буду чуть-чуть попозже. На улице города есть вот такие вот, как сказать, бандиты. Да. Тут есть вот такой вот человек-паук. И да, блин, нафига ты меня бьешь? Я же это... Ты Веном, и я Веном. Ну, ты Человек-паук в костюме Венова, а я прям Веном. Тут есть еще несколько способностей. Вот бой обычный. Да, блин, ты как задолбал уже. Я тут снимаю ролик. О, и уйди ты отсюда. Уйди ты. Тут даже есть небольшие вот такие вспышки. А, что? Он типа замерз. А есть еще вот такой вот рев. Ну это даже больше как-то на газилу похоже. А это вот...
Я не знаю, на что это похоже. На какой-то рёв Кинг-Конга. Да, ты уйдешь сегодня отсюда или нет? Я сейчас тебя заморозю. Почему? Он на мне просто стоял. Также тут есть несколько персонажей, например, вот костюм Человека-паука, ой, то есть костюм Венома 2007 года из какого-то мультсериала, скорее всего, из мультфильма Человек-паук, ну, такого старенького. Может, даже грандиозный Человек-паук, я не знаю. Также из персонажей тут есть черный Человек-паук из фильма с актером Тоби Магуайром. Мне, ну, так, не очень нравится этот костюм, но все же прикольный. Тут его прям хорошо реализовали. Потом Эдит Брок, просто обычный Эдит Брок из фильма «Веном». Ну, почему-то он также умеет орать. Как будто в нем чужой поселился. И Карнаж. Ну, естественно. Естественно, тут есть Карнаж. А иначе что это за Веном симулятор без Карнажа? Кстати, Карнаж после себя оставляет желтые вспышки. А вот как раз Веном оставляет после себя белые. А тут есть такие вот странные штучки. И частично этот Веном умеет лазить по стенам, но прям частично. И тут есть какой-то новый, ну, не новый, а странный персонаж. Он не реализованный какой-то. Он как биг-фигурка какая-то. Он не умеет пускать паутину. Он высоко прыгает, но как будто падает. То есть это какая-то нереализованная модель. После нее невозможно переключиться на вот этих персонажей. Хотя он также орет. Очень странно. А, после того, как он появляется, звучит вот такая вот фраза. Что-то приблизительно этому. И почему-то сразу же после спавна у него в руке есть вот такой вот какой-то странный персонаж, который... Вот, у него название «Вкусный бекон». Отомстить людям. У него описание «Отомстить людям». И я типа его ем. Надеюсь, меня YouTube из-за этого не заблокает. YouTube, это просто Веном. Ничего такого нету. Ладно, попробую переключиться на другого. И, как видите, это вообще не работает. У него меняется текстура. У него меняется текстура, но сам он не меняется в другого персонажа. Вот я могу в Карнажа превратиться, и он смешивается, ребят. Он смешивается. Вот сейчас Эдди Брока, он ломается как-то. И видите, просто он как-то странно себя ведет. Из-за этого приходится респауниться. Но мне вообще очень нравится вот эта вот крутая, вообще сам этот геймплей. Вообще сам этот симулятор, он очень прикольный. И, кстати, тут есть кнопка бега. Быстрого бега. Да, я просто вот так вот могу на качелях качаться. Прям. Кстати, в этой крепости есть босс в этой игре, мини-игре. И, кстати, тут добавили каток. Раньше тут было просто озеро. А сейчас тут каток, ребят. Круто. На нем даже поворачивать как-то, видите, неудобно. Тут есть вот небольшой замок, ну это
церковь, где вот спаунится иногда Карнаж. Я не знаю, вот это Карнаж или... Потому что, скорее всего, нет, это не Карнаж. Также есть тут небольшой баг. Можно вылететь за карту. А потом... Вот так вот, опа, и летать под картой. Опа! Опа! И просто я могу вот так вот обратно в землю... В... Обратно, как сказать... Вырваться наружу. Опа! Опа! А потом вот так вот зареветь. Я выбрался наружу. Ладно, наверное, мы на этом будем заканчивать, ребят. Скорее всего, название ролика будет про Дорс, а не про Венома. Потому что большую часть видео я играл в Дорс. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, скоро увидимся, пока мой Веном тут страдает ерундой. Ждите от меня новых роликов, заходите в сообщество, подписывайтесь на мою телегу. Всем удачи, всем пока-пока!